Так, ну всем привет, у меня последний день перед отъездом, мы сейчас приехали забирать дружка и также приехали забирать нашу девчонку. Ребят, присмотритесь, вчера, возвращаясь из приюта, на оживленной дороге нашли яг-терьера, молоденькая девочка, везде раскидала, то есть никто ее не ищет, поэтому, ну, скорее всего, будем искать ей новый дом, ей нужна семья. Дружок, вот наш яг. Сейчас денежку отдадим за тебя, дружок. Дружок, иди ко мне. Сейчас пойдем, подожди. Иди сюда. Ну, дружок. 3510 будет платить. Идем сюда, писать. Будь здорова. Писать, садись. Нет, бедолага. Ага. Нормальный пацан. Угу. Ну? Давай, здесь была я. Ну, я у этого что? Лечились. Так, у меня последний день перед отъездом. Я очень нервничаю, переживаю, как я их всех оставлю. Сейчас по-быстрому начинаем убираться, менять воду. Мальчишки построили будку, вот сейчас ее обшивают. Сейчас ее обошьют, и вот эта троица переедет в другой вольер. Попробуем подсадить к ним кого-нибудь четвертым. А сюда переедет другой вольер, туда подсадили еще и дружка. И там их уже много, и всего лишь 4 будки. Поэтому сейчас, как будка сделается, поменяем их местами, покажу вам. Дружка вроде приняли, вот эту вот яга нашего не особо, но, думаю, притрутся. Сейчас смотрим, пока я здесь хожу. Вот. Хати истерит, как всегда. Так что вот такой у нас сегодня очень насыщенный день. Ну, больше, наверное, даже не физически. Физически это всегда одно и то же. Насыщенно эмоционально, потому что, ребят, я вас прошу, подписывайтесь на наш телеграм, на Дзен, чтобы нас не потерять ВКонтакте. И прошу вас, если, ну, то есть пока меня не будет, это не значит, что им мне нужна помощь. Нужна помощь и в оплате корма, как я уже сказала, долг 10 тысяч. И закупка наполнителя и всего прочего. Также, повторюсь, мы обрабатывали отблок всех. Осенью нам надо обрабатывать планово от глистов, но у нас закончились препараты. Если кто-то хочет помочь нам именно препаратами, их можно также купить на Озон Валберис. Пишите мне в личку, номер в описании канала. Я скажу, как называется препарат, потому что мы берем определенный. Не буду сейчас говорить, чтобы не было как рекламы. Там, в общем, очень таблетка на большой вес, и мы просто это делим, выходит экономичнее. Вот этот бурдет на меня всегда ругается, да, полка? И грызет забор. Ну и что, ты идем, мои красавцы. Тарас, Стелла. Сладкая парочка. Пей, полкаша, пьет водичку свежую, да, вкусную водичку. Mm-hmm.
мое семейство с паводком. Да. Наша девочка Славка. Идем, моя лапочка, идем. Идем, моя зайка. Как моя лапочка твоя. А ты же моя сладкая. Ты моя ласковая девочка, да. Да, моя ласковая. Ты мне так рада, да. Да ты моя хорошая. Да ты моя красивая. Ты мне лапку даешь, мамка, да? Вот ты моя красота. Ты моя красавица. Так, ну этот ряд вольеров я убрала, воду поменяла. Вот этот ряд вольеров я убрала, воду поменяла. Уличные три вольера также убрала. Сейчас вот доливаю последний вольер воды и потом идем на ту сторону. Сегодня все быстро, толком не показываю, но в принципе вы все это видели, как это все происходит. Так, ну мы переселили вот вольер. Кружочек надел уж, вылазь. Надя, идем ко мне, Надюш, Надь. Чупу, Ясика, Ёшку и вот Луну объединили вот в этот вольер. Кто помнит, когда спасали во время паводка с крыши, вот они бегали, два дикошарика, вот девочка, которая полбудки сожрала. И вот наш мальчик, который плакал, кричал от страха. Который врезался весь об колючую проволоку. Вот. А уже можно гладить. Можно гладить. Кто мой красивый мальчик? Кто такой красивый мальчик? Так, ну вот этот двор. Вот вольеры идут. Вот, стройка продолжается. Уже из того, что есть, вот, долепливаем. Вот эти накопали нору. Они ловят крыс там. Так, ну вот мы с Галей. Галя пришла после кошек в помощь. Все убрали. Везде свежей воды налили, да? Морды мои, как я буду-то без вас? Галя будет присылать фотоприветы. Да, Галя? Да-да. Вот, все довольные. Все напоенные. Давай. Ты лосенок. Все вольеры пройди, чтобы снимать. Ага, мне тележку надо катить. Полную какашек. Так, ну вот здесь собачули. Вот Грейси. Обкарнали хвостик. Полина, покажи, какая ты. Какая ты Полина. Ой, ты моя Полиночка. Полиша. Девочки мои красивые. Мои красивые девочки. Я тоже буду по тебе скучать, Марюша. Наши кошачьи.
Ну все, сласти. Да, Валюша? Ты моя Валюша. Какая тетка страшная, да? Марик! Марик! А-а-а. Марик! Марик! Валю буду гладить. Валечку буду гладить, нашу Валюшу. Валюшу, нашу девочку сладкую. Тебя? Тебя? А это что за любовь? Что это за любовь такая? Ну, любовь, и ты видишь. Ну, вот сфоткай сейчас, смотри, как хорошо. Какая красота. Евочка, он тебя обижает, этот блондин голубоглазый, да? Девочка моя, трехножка. Черненькую сфотографирую, она так хорошо лежит, а редко дается. Здравствуйте. Так, ну вот уже и вечер. Мне сейчас предстоит отвезти ребят, отвезти Галю. И опять я приеду поздно, но мне еще собираться. Завтра с утра я выезжаю в Москву. Когда, наверное, выйдет ролик, уже Рика приедет сюда. У нас выходят ролики с опозданием, ребят, потому что мальчишки работают, физически не успевают. У меня к вам огромная просьба, пожалуйста, не забывайте поддерживать наш приют, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем добра!